С самого утра рабочие приступили к ремонту улицы Вольской на участке от проспекта Кирова до Нововокзальной. Работы ведутся литой асфальтобетонной смесью. Сначала производим разборку асфальтобетонного покрытия компрессором. Потом происходит очистка основания от грязи и пыли. И потом укладка. Дорога на Вольской в ремонте нуждалась давно, говорят жители близлежащих домов. В непосредственной близости находятся социальные учреждения, в том числе и больница «Семашко». Здесь высокая интенсивность движения автотранспорта и курсируют машины скорой помощи. По этой причине дорога требует к себе постоянного внимания дорожных служб. Ямы, волны, просевшие, лужи. Едешь и не знаешь, что там, ямы или что. Вольская вообще интенсивная дорога. Были ремонты. Но со временем все в упадническое состояние все приходило. Чаще всего дефекты покрытия появляются в межсезонье. В этом году весенний, зимний период был достаточно тяжелый. То есть большой переход был, температурные качели так называемые, из плюса в минус, когда происходит оттаивание, а потом замораживание имеющейся воды на проезжей части, происходит интенсивное разрушение асфальтобетонного покрытия. В соответствии с требованиями к ямочному ремонту дорожные службы смогли приступить в марте, когда температура воздуха стала не ниже минус 10 градусов. На сегодняшний день аварийный ямочный ремонт в Самаре выполнен на площади свыше 12 тысяч квадратных метров. Работы проведены на 130 участках. Они ведутся как днем, так и ночью, чтобы как можно быстрее обеспечить самарским автолюбителям комфортное передвижение по городским дорогам. Ольга Павлова, Мария Левина, Николай Сидоров. События.